Сегодня 17 октября, и именно 17 октября, в день телемарафона, мы находимся на одной из самых оживленных площадок в городе. Мы приехали на открытие нового детского технопарка «Кванториум». Ну, не будем тянуть время, побежали смотреть интересное. В церемонии открытия приняли участие глава республики Егор Борисов, первый заместитель министра образования Феодосия Габышева, глава города Айсен Николаев, федеральные кураторы проекта, а также воспитанники и педагоги учреждений дополнительного образования столицы. Наша новая инновационная площадка готовится принять около 1000 детей по 9 разным направлениям. Аэроквантум, космоквантум, нейроквантум, роботоквантум, что там еще было? Была виртуальная реальность, виртуальная и дополненная реальность, хай-тек технологии. А что у нас было? Геоквантум, энерджи-квантум и еще много-много всего, ребята, уже всего и не вспомнить. И я предлагаю быстренько пройтись и разузнать у ребят побольше об этих направлениях. Побежали? Все квантумы по-своему очень интересны и хороши, но я не могу оставить без внимания нейроквантум. Вы хоть представляете, до чего дошел прогресс? Теперь роботом можно управлять силой мысли. Мы с детьми приготовили проект на основе гарнитуры, которая называется нейроматрикс. Она одета вот на видео. Вот здесь этот есть датчик, который снимает сигнал с головного мозга, с левого полушария и подсоединен вот к мочке уха. И этот сигнал передается вон тому устройству, которое будет передвигать робота. Сейчас ребята сами все расскажут. Когда она начинает думать, этот вертолет взлетает и поднимает коромысло. Другой конец коромысла опускается, и этот на датчик касания. Датчик касания активирует моторы, он едет вперед и нажимает кнопку вызова врача. Когда нажимается и вот эта вот кнопка, эта кнопка активирует эти моторы, и он отъезжает назад, чтобы быть готов к следующему вызову. Итак, ребята, я уже пробую на себе этот нейроквантум. Мне нужно, главное, просто подумать, и тогда эта штучка начнет летать, работать. И что она делает, я не знаю. Это очень так прям очень интересно. Так, поехали, смотрите. Я как высший разум подумаю сейчас о чем-нибудь. О, это все я. Вы видите, это я делаю. Это я вот своей головой делаю. Ладно, все, спасибо большое, ребята, очень интересно. А еще VR-квантум. Бродить по виртуальной реальности, при этом имея возможность существовать там, двигать предметы и гладить собаку, это одно из идеальнейших развлечений, на мой взгляд. VR – это виртуальная реальность и дополненная реальность. То есть это технология виртуальной реальности более-менее понятна. Это, то есть, полностью смоделированная реальность, и человек, надевая специальный шлем, оказывается в ней. Технология дополненной реальности представляет собой наложение трехмерных объектов на нашу повседневную реальность. То есть используются здесь специальные очки, который проецирует изображение на глаз, получается. В общем, ребята, решила я попробовать на себе эту виртуальную реальность дополненную. Будем надеяться, я здесь не умру сразу на месте от своей впечатлительности. Так, я как его натягиваю? Вот так вот, да? О, боже мой, кажется, я его. Ой, мамочка, как классненько. Так, стоп, это ты мне дал в руку? Джойстики, да? Видишь? Ага, все, я их вижу, да. А я не сильно ужасно вижу? Господи, что происходит? Вот, ты же поняла, как двигаться? Да. Вот, у тебя 360 обзор, можешь хоть куда смотреть. О, боже мой. А почему так? Там солнце взлетает, да. Классненько. Ой-ой-ой. Так, стоп. Я ни в кого не врезаю здесь. Ты же можешь передвигаться через джойстик. Да, я передвигаюсь, я уже передвигаюсь. Это очень классно. Просто вообще шикарная вещь. Спасибо большое, что дал поиграться. Это, вот знаете, я бы целый день играла, наверное, очень клево. Я тут планетами кидалась. Не знаю, видели вы или не видели, но это было очень-очень клево. Вот прям я бы сама походила сюда. Правда, очень интересно. Ладно, поехали дальше. Спасибо большое. Всего организаторов проекта трое. Это ресурсный республиканский центр «Юные якутяне», Малая академия науки Якутии и непосредственно сам дворец детского творчества. Дети – это наше будущее, именно инвестиции в будущее и предполагает развитие нашей республики, то есть разработка и внедрение. Внедрение реальных проектов, которые будут развивать нашу республику, экономику нашей республики. На самом деле это федеральный проект, который инициирует
инициирует фонд развития новых форм развития образования при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив. И уже в третий год даются своего рода гранты от Минобрнауки России на то, чтобы такие площадки создавались в каждом регионе. И цель такая, чтобы к 2020 году в каждом регионе было хотя бы по одному детскому технопарку. И мы рады тому, что мы в числе одни из первых участвуем в данном проекте. В этом году 17 регионов открыли свои детские технопарки в единый день открытия кванториума. Это сегодня 17 октября, в том числе и мы. Сейчас хочу провести вас в хай-тек-лабораторию, где собрались юные изобретатели. Например, малыши Карандаши и братья Большаковы изобрели очень и очень интересную штучку, о которой они сейчас и расскажут. Ракета взлетела на высоту 9-этажного здания. Установка это называется пневматическая установка для запуска ракеты. Ее плюсы, она экономичная, в отличие от топливных ракет, и не пожароопасная. Когда мы накачиваем воздух насосом, он скапливается в коллекторе. Когда мы открываем кран, он выходит через направляющую рейку и толкает ракету вверх. Кванториум имеет огромное значение в жизни ребят республики, ведь теперь все они имеют возможность обучаться науке в специализированном для этого месте, с новым оборудованием, квалифицированными педагогами и огромными планами на будущее. Итак, мы побывали на открытии детского технопарка «Кванториум». Желаем ребятам больших успехов в будущих победах!